Сменив пиджак на любимую футболку, вице-спикер Севастопольского парламента Александр Кулагин принялся за работу. Первая задача – очистить от мусора территорию, служившую в последние годы стихийной парковкой. Летом здесь сплошная парковка. Стоят машины, пройти невозможно. Мамочки с колясками вынуждены идти по проезжей части. В результате, ну, очень создается нехорошая дорожно-транспортная обстановка. Мы сейчас поставим шины, что не позволит машинам заезжать сюда на такой мини-тротуарчик. Мы его сделаем, и здесь будет сплошной тротуар. И потом у нас есть договоренность, мы его еще присыпем крошкой от переработанного асфальта. Ну, то есть сделаем полноценный такой тротуар. Это территория, прилегающая к остановочному комплексу совхоз Софьи Перовской. Здесь очень интенсивное движение и небезопасный перекресток. Вот уже несколько лет местные жители не могут достучаться до властей. Просили сделать бордюры, установить предупреждающие дорожные знаки и лежачего полицейского. Ведь рядом общеобразовательная и музыкальная школы. Безрезультатно. Поэтому тротуар решили делать своими руками. Было написано несколько обращений еще и в прошлую администрацию правительства, и в департамент транспорта я обращался. К сожалению, проблема не решается. Скоро курортный сезон. Не дай бог произойдет трагический случай, поэтому мы своими силами делаем все, чтобы это предотвратить. Здесь необходим лежачий полицейский, зебра и знаки, пешеходный переход. Но я все для этого сделаю, чтобы они здесь появились до курортного сезона. Разбирать мусор в кюветах, похожих на болото, небезопасно. Можно напороться на разбитое стекло. Повсюду бутылки, ветошь, пластиковые баки и ведра. Только за полчаса удалось собрать с десяток пакетов бытовых отходов. Анастасия Тиховская приехала из Санкт-Петербурга в Севастополь, чтобы трудиться на благо родного города. А субботники узнала из объявления на дверях местного магазина. Я вообще-то уроженка Крыма, и в детстве мы переехали с семьей в Петербург, но сейчас мой осознанный выбор вернуться в Крым, ну и, собственно, делать его лучше. Единственное, хотелось бы, конечно, призвать и напомнить, что есть такое понятие, как гражданская ответственность. И как бы, может быть, пафосно это не звучало, но, к сожалению, у нас, в принципе, у людей оно не очень развито. Очень хочется призвать и руководителей и людей, в свою очередь, чисто там нигде метут, а там, где не ссорят. А руководителей все-таки, ну, пытаться следить за порядком и всеми силами гражданам помогать. Это улица Южногородская в поселке Любимовка. Самое проходное и самое неблагоустроенное место в поселке. Эта мусорка скапливалась более 20 лет, говорят местные жители. И субботник здесь сегодня проводится впервые. Татьяна Барянова пришла на субботник с двумя детьми. Говорит, 2 года назад приехала в Севастополь из Подмосковья. Семья проживает в номере прибрежного пансионата. Татьяна рассказала, как в прошлом году нерадивый оператор пляжа застроил палатками и барами все побережье. Подойти к морю было невозможно. Огромная пляжная зона превратилась в Шанхай. Жители поселка переживают, чтобы прошлогодняя история не повторилась этим летом. Просим заменить оператора и привлечь к ответственности то, что они должны убирать и зимой пляж. Там сейчас валяются перевернутые большие ларьки, засыпанные песком, и он грязный. То есть они не выполняют своих обязанностей. До летнего сезона остался месяц май. Успеют ли подготовить пляж, неизвестно. Пока картина такая – хозяина здесь нет. А это то самое место, где болото впадает в море. Так местные жители называют устье речки Бельбек. Ведь строительство очистных в поселке Вир затянулось на годы. Речка Бельбек по-прежнему загрязняется канализационными и бытовыми отходами жителей окрестных сел. И вся эта грязь сливается сюда, в море. Маргарита Пронина, Виталий Козловский, Севинформбюро.